Что вы слушаете короля и шута? Как это вообще? Да. Вам что нравится в музыке? Слушайте, ну, во-первых, тексты, во-вторых, энергетика бешеная. И мне еще нравится, что король и шут – это те люди, которые заложили собственный тренд, им можно только подражать. И когда я смотрю на более молодое поколение, говорю, ой, те тоже подсели на короля и шута, и они заразны в хорошем творческом смысле. Поэтому для меня это глубокие музыканты, очень мощные, сильные. Я в совершенном шоке от сольного концерта. Я не была знакома вот с Михаилом Горшеневым, который погиб, да, и не была ни разу на концерте. И очень жалею, что я была снобом и говорила, да, это не моя музыка. На самом деле, мне очень многие музыканты, рок-музыканты старшего поколения, давно объяснили, что я сама имею отношение к панку. Поэтому я нашла своих, это мой прайд, это панковский прайд. Но они ко мне тоже хорошо относятся.